Не, я говорю, точка G же самая главная точка. Вот в охране не говорили за эту точку? Серьезно? Ну как в эту точку надо тыкнуть? Ну если коленкой там удар прямой должен быть и... Не, я говорю, в точку G как ты с коленки-то будешь пробивать, покажи. Ну вот, которую точку учили, точка G же, да, называется? Почему она смертельная точка? Ну точка G, как ты в нее будешь прорубать, покажи. Как прорубать? Там не надо прорубать, просто если главное, куда надо попасть. А, в точку G попасть надо, да? Не, не точку G, а вот это именно коленка, вот, где это, тяжесть. Так, а ты же говоришь, ты там точку G же изучал, ну, джиу-джитсу, G. Нет? Нет, G такой, не ну ладно, пойдем дальше, ну завтра давай приемы все покажешь, что умеешь, сможешь. Ну чисто это будет, как сказать, видеоурок от Сани. Обучение приемам от Сани. Мне сейчас мы куда идем то? Как куда? Ты меня домой провожаешь? Куда? Нет, где твой дом-то? Вот этот зеленый дом твой. Дом, да, да. А ты Леха рука знаешь такого? Да я всех знаю. Одним тут четверо знаешь. Да. Ты все урешь. И Серегу ногу знаю. Кирилла локтя, знаешь? Не знаешь? Ты прикалываешься. Нет. Да почему смеюсь? Я просто реально хочу твои приемы просто показать всем и все. Контент рубанем конкретно. Я говорю, ты точно, Димка точно чечена. Димку чечена знаешь такого? Конечно. И Леха рука знаешь такого? Да. Сейчас к ним зайдем. Пойдем. Урешь. Почему вру-то? Ты где Чикатило. Где они живут? Ты Чикатило, блядь, рожа чикатильная. А-а-а. Ну-ка улыбнись. Может, я без зубов. Да похуй, ебать, ставим тебе зубы. Зубы у меня мало, 15 зубов осталось всего. Ну-ка покажи. Мало, 15 зубов. Мало зубов. Зубы вставим, напильничком подправим, да? Нормально, Саня, будет все. То это только начинается. Вон сейчас дождь он пойдет. Он. Ну. Да это дождь не без разницы. Ну ты, короче, с девчонкой расстался, да? Ну, расстался. Ты да. Мне лучше скажи тебе завтра где найти. Давай со стыкуем делать здесь Сбербанк. Во сколько? Здесь вот сколько? Вот Сбербанк. Во сколько здесь заловимся? Время говори. Ну, сейчас, подожди. Посчитай до 10. 12 дня. 12 дня вот здесь. 2 в 2. 12 не могу, я работаю. 2 часа могу. Тогда в 3 часа. Не в 2 часа. 3 часа. 3. Ты здесь будешь? Мужик сказал, мужик сделал. Ну если тебя не будет, ты значит петух. Не говорит, мужик сказал, если тебя не будет, тоже ты будешь петухом. Ну. По-любому. Похуй. Будешь? Я буду снимать нахуй 2 часа я поеду. Не 2 часа, 3 часа, говорю. Не, ну я как начну сюда ехать, я сниму. Кого? Ну вообще потом выложу, скажу, вот Саня петух нахуй, если в 3 часа не приехал. Не, ну в 3 часа я здесь буду. А как ты время узнаешь? Ну как узнаю время, там часы-то где-нибудь найду и спрошу. Ну 3 часа я тут точно буду, на кольце. Ну вот здесь, да? Сбербанк, ну давай. Да. Ну давай, я подхочу. Не, реально. Приемы покажешь, Серега. Ты правда говоришь, что тебя Костя зовут? Да, конечно. А погоняло у тебя нету? Чисто ну у меня есть погоняло, но оно как бы сейчас неуместно. Я тебе видео, когда закончим снимать, я тебе скажу свое погоняло. Сейчас нахуя мне свое погоняло говорит. Есть погоняло? Серьезно есть. Вон мартышки, ну. Толпа, блин. Тебя не обидят они? Да, заебутся и бегут. Да? Лучше тащить это нападение всегда. Да? Зеленый у нас.
Я никого не боялся и не боюсь. Да нет, конечно, Санька, ты чё? Пускай идет, хоть там толпа. Все свою дорогу идем. У каждого дорога разная. Не надо никого бояться, да? Людей сразу видно. Конечно. Сразу людей видно, когда... Ну что, мы с тобой договорились, 3 часа, да? Да, 3 часа. Мужик сказал, мужик сделал, да? Да. Я тебе сказал. Базаров так нету, Саня. Обманов нету и задние не включаю. Какие обманы? Ты что? Задние обманы я не включаю. Ну? Главное, что если тебя не будет, я не знаю. Я в смысле меня не жду, будет? Я долго не буду ждать. Ты поясни, что меня не будет. В смысле меня не будет? Ну, если ты будешь... Конечно, я буду, ну. Слушайте, я говорю, я точно 3 часа буду. Ну? Я точно 3 часа подъеду туда. Ты на автобусе, да, или на чем, на колесе? Ну, братан меня подвезет там. Да? Машина у него есть. А ты рыбачить умеешь, что? Я говорю, летнюю рыбалку я люблю, а зимнюю... Не, ну мне самое главное интересует, ты приемы сможешь, ну, показать точки. Только ты никому не распространяй эти точки. Не, я не буду распространять. Ты конкретно показывай. Покажу точку G, да, будешь показывать? Ну, это смертельные точки, так я только 3 знаю. А их 7 или 8 точек. Да? А только я только 3 знаю. Ну давай, короче, я пошел. Давай, удачи. Я подъеду завтра в 3. Если ты не будешь, ты петух. Да? Нет, по-любому буду, вот увидишь. Я приеду, только я долго ждать не буду, я 15 минут подожду. Ну, в 3:15 уже себешься, да? Потому что у меня тоже... Ну, если ты что-то там нацарапаешь, да, там, на стене, если, ну, типа, я был там, не был там, да? Не, ну я не буду царапать, я говорю, 3 часа. Вот сегодня какое число, Саня? Ну уже 6 уже, наверное, уже. Ну вот, а ну год какой? 2020 год. 6 июня 2020 года, да? Да. Вот с этого все началось, да? Как все началось? Как? Ну вот так вот началось то, что вот началось. Ты у меня есть. Санька, друг, да? Ну, мы под друзья же, или кто? Друзья. Ты на Чикатилу, ты точно не маньяк? Не, меня давно посадили бы, если бы маньяком был. Смотри, блин, мне. Все, пока. Спокойной ночи. Белой ночи в Якутске. До свидания.